Жена приходит с сумкой, проходит в зал. «Дорогой, это вот тебе», — выкладывает из сумки пиво, воблу, раков. «А чё ты, милый, футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?» Муж: «Сильно». Жена: «Не очень, милый, фара, бампер и капот». Женский монастырь. Монахиня вновь прибывшая: «Сестры, кто из вас видел мужской стыд? Там тазик со святой водой, промойте глаза. Рот трогал? Вымойте руки». Голос из толпы: «А можно рот ополоснуть, пока нам кто-нибудь жопу не помыл?» Муж с женой ложатся спать. «Милая, ну что у тебя, сегодня голова не болит?» «Голова нет, вот что-то в боку сегодня стреляет». «Маша, блин, у тебя в этом месяце только брови не болели».